Ребята, поздравляю вас с окончанием чемпионата России среди юниоров. И ваши впечатления? Ну, было видно, что вы старались, что катались, отдавая все свои силы. Но как сами чувствуете? Все ли получилось? Или есть какие-то, может быть, помарочки, за которые можно себя покритиковать? Да, нет, наверное, на данный момент мы сделали все, что могли, насколько были готовы. И, наверное, все, что было возможно, наверное, на данный момент мы сделали. Сейчас у нас главная задача стоит, так как техническая оценка базовая вроде бы хорошая, мы в данный момент проигрываем так называемый GOE, поэтому сейчас будет главная задача нам узнать, что, может быть, нравится у нас в элементах меньше, чем у наших соперников, поэтому мы будем работать над этим. Вот. Никита очень эмоционально отреагировал, когда высветились оценки, расстроился? Нет, я просто выдохнул, наверное, это. Второй текущий результат, вот ребята еще не откатали, это означает, что мы уже 100% едем на чемпионат мира юниорский. И это главное? И это главная цель, поэтому было очень эмоционально. Лиза, ты стояла, смотрела программу Сони и Игоря, да? Ты что-то хотела для себя там увидеть, какие-то вещи, или просто как бы не удается во время соревнований иногда посмотреть живьем, там, как катаются ребята по команде? Это да, потому что, как правило, мы в последней группе, и мы, и Соня, и Арина тоже в одной группе на тренировках, но на тренировках мы тоже не успеваем ничего посмотреть. Поэтому сейчас было, естественно, тоже очень интересно, потому что мы с ребятами хотим тоже конкурировать. И всегда интересно посмотреть, как ребята выступают. С каким настроем поедем на чемпионат мира? Сейчас пару дней, наверное, отдохнем немножко, восстановим силы и в полную силу будем готовиться к чемпионату мира. Я думаю, что мы не отказываемся, так сказать, от своей цели, которую мы поставили в начале сезона. Мы, естественно, хотим выиграть этот чемпионат мира, поэтому сейчас очень важно не расслабиться и приехать домой, начать снова работать и стараться сделать все еще намного лучше. Да, главное провести этот отрезок времени с холодной головой, главное, чтобы без травм и без болезней, главное. Да, и все. Потому что все-таки много работать. Как к юниорскому чемпионату мы готовились немного в такой скомканной ситуации была, потому что после Канады мы приехали, у меня была, видимо, акклиматизация, я очень-очень сильно болела, потом Никита болел, и мы вышли 2 января на лед, только-только выздоровели, но, конечно, ноги были очень слабые, все было очень слабое, и мы в короткие сроки старались подготовиться, но я думаю, что у нас все получилось, потому что прокатом и произвольным танцем мы очень довольны. Да, мы пытались выжить из того, что наработали. Ребят, ну удачи вам, не болеть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Спасибо. Вам спасибо.